Виртуальный вообще никакой. А работу нормально найдите, тогда все сразу пойдет и спать начнете нормально. Хорошая идея, знаешь. Но мы не хотим работать. Работать для бед. Да. А ну, стойте с протянутой рукой, окей. А с чего ты взял, что мы стоим с протянутой рукой? Кто тебе это сказал? Или где ты это увидел, может? Зачем говорить то, чего ты не знаешь? Денег-то пол. Ну. А что на шее кого-то сидите? А что на шее кого-то сидите? Ну, даже если сидим, и что? Какое ваше дело? Не на вашей же шее сидим. Так что не плачь. Это точно. Ты мне, ну конечно, тебе кому? Ты же мне пишешь, что мы у кого-то на шее сидим, с протянутой рукой стоим. Мне похуй. Если бы тебе было похуй, ты бы об этом, в принципе, здесь бы, наверное, бы не писал, а прошел бы молча. Ко мне точно на шее. Точно не сядешь на шею. Ну, я думаю, что и денег у тебя нет, чтобы садиться к тебе на шею, поэтому, увы. Вот тут ошибаешься, девочка. Слушай, у меня все равно есть у тебя деньги или нету. Это мне как-то вообще не интересуют чужие деньги. Поэтому. Но тебе я этого доказывать не буду, да не нужно. Мне это не нужно. Мне твои деньги зачем? Бармен, может, тебе нужны его деньги? А ты как всю жизнь собираешься? Мне вот интересно, вот ты, вот мне это интересно, реально. Заходит человек, который видит меня впервые в жизни, и он мне, я говорю то, что я не работаю, мне рассказывает, что я сижу у кого-то на шее. Или еще, откуда ты вообще знаешь это? У кого на шее я сижу и за чей счет я живу? Или ты думаешь, для того, чтобы были деньги, обязательно где-то работать, вставать в 6 утра? Логика у тебя, конечно, интересная.
На трассе можно еще, конечно. Ну, это уж, знаешь, каждый мыслит своими этими на трассе. Да. Мне кажется, тебе пора уже пойти, потому что тебе завтра вставать на работу рано. За нас не переживай, мы как-то справимся без твоих советов. Да, наушник один. Не. Я у вас как белый человек отдыхаю, поэтому еще здесь и не сплю. Как белый человек? А, у вас выходной типа? А денег у меня больше ляма, если что. Мне как-то все равно, сколько у вас денег, знаете? Меня это не интересует. Я